Я не хочу прятать это от общественности. У нас возникли некое разногласие в связи с предложением, я так полагаю, российской стороны о том, чтобы 23 декабря привести все в один день. ОДКБ, Евразийский экономический союз, Высший государственный совет и так далее и тому подобное. Если проводить, то это надо делать основательно. Мы и так уж перед людьми в Беларуси и в России не очень прилично выглядим с формированием полноценного союзного государства. А еще формализм превращать наши мероприятия, наверное, будет неправильно. Тем более, что появилась просто куча вопросов, которые надо решать в белорусско-российских отношениях. Самые тесные отношения двух государств, двух народов. И мы сегодня вынуждены констатировать, что мы создаем проблемы на ровном месте. Мне кажется, россиянам не в чем нас упрекнуть. Мы делаем все, как мы договорились.